Мишанька, прием. Да, здорово, Алексей, здорово. Здорово. Так, ну я вроде даже зашел. Да, я зашел так, что у меня все, камера не трясет, тоже заебись. Ну, только с помощью вот этого гайда, блять. Какого гайда? Ну, гайда, который Максон скидывал вчера. А, гайд от Максона. Да. Понятно. Ага, все удалили, что было в этой. Так. А у тебя есть чатик? Я потому что чатик на руку не вешал. Не, у меня он вчера, блядь, он у меня вчера ломал игру, нахуй, поэтому я пока без него. Есть такой, так, я сейчас тогда чат на телефоне открою, чтобы иногда их видеть. А я просто к экрану подхожу и смотрю, типа, знаешь, через носовую вот эту часть. Ой. Где, блядь, мой тапок второй? Ага, все-таки не настроил. А кого мне настраивать-то? Не, ну я могу попробовать. У меня... Мне настраивать нечего. У меня все настроено, блядь. Просто игра почему-то перебивает окно. И у меня нахуй улетает, типа, изображение с Окулуса. У меня чат-то настроен, в принципе, на руке. Сейчас попробую запустить. Потестим. Ага. Так. Ну, сейчас оно не работает почему-то. Мне пишет, блядь, пожалуйста, наденьте гарнитуру, чтобы начать использовать, блядь, приложение. Ладно, в пизду, короче, его. А ты надел? Да, блядь, ну я же в VR, типа, сижу. Тогда хуй знает. Опа. Да. Так. Так. И закрутить немножко VR. Да, опа. Вот я тоже так подкручиваю, чтобы четкость этого изображения была, типа, побольше. Но игра мыла, конечно, пиздец на самом деле. Ну, мне Максим скинул, как сделать. Я потом после стрима тебе тоже скину. Или у Максима спроси. Угу. Говно. 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 О. Не понял. Так, ну все четко. А, у меня миссии сохранились со старого этого. Так, бля, честно, игру вообще как будто нахуй ничего не меняли. Вышел апдейт на 150 килобайт, блядь, и все. Единственное изменение, нахуй. Они как, да, будто, они как будто плейтест провели, такие, о, нихуя, нашу игру еще кто-то купит, блядь, походу. И все. А Decontainment Room почему не открывается у меня теперь? А карточку, может, надо? Возьму. Заново. А, нет, она тут закрыта. Просто дверь закрыта, нахуй. Жестко, ну все. Теперь я понял, вот эти саппорт-паки нужны для того, чтобы у тебя это было доступно. Так у меня саппорт-пак. Дарстал, спасибо большое, старина. Благодарю. А ты покупал какое-то крутое издание? Самое лучшее, которое, да. Серьезно, блядь? Конечно, блядь. А тебе делать нехуй, старик. Блядь, да ты шо? А где? А почему дверь закрыта? То есть ты потратил там что-то около 10 тысяч тенге, блядь, на игру? 1900 рублей вышло, да? Ебать ты нахуй. Ну ты даешь. Моя жена работает, деньги в семью приносит, я могу себе позволить. Да хули, я видел, почти на ком все новый собрал, блядь, нормально все. Ну, вообще, четко можно и игру купить. Хули, блядь, на сырое говно не въебать. Так... А чё, у меня только 1К? Бля, они реально не вайпали? О, блядь, ну как охуенно, что картинка не трясется теперь, ёбаный в рот. Я не понимаю, почему у меня комната закрыта, а ты посмотри, у тебя комната закрыта? Какая именно? Трейдрума, которая? Нет, которая Decontamination, где хилки должны лежать. Где хилки должны лежать? А, да, блядь. Закрыта? А может, надо открыть её со временем? Да, у меня тоже не работает.
Ну, это вот, походу, апдейт был, как раз они комнату закрыли. Да, походу, блядь. Или она просто забагалась. Да и похуй. Бесплатная хилка есть, бесплатной хилки нет, как говорится. Ты ж купить их можешь. А current missions это... Во, ну, текущие это... миссии. Ага. А, ну да, у меня тоже остались, блядь. Убить со снайперки, с шотгана, с SMG. И а с... вот из контакт-листа ты пропал, кстати. Я теперь тебя не вижу. А, ну я сейчас добавлю. Они, что, они что-то вайпнули, а что-то не... Видимо, что-то на компе хранится, а что-то хранится у них. Угу. Вот то, что на компе хранится, они, походу, не вайпали. А, ну здесь у меня, кстати, предметов нету. А, ну вот у меня обновилось как будто все, слушай. Да, просто ну... обнулило. Квесты остались, но все обнулило. Инсайз говорил, что на стартовом есть... рюкзаке теперь два слота для оружия. О, так это вообще охуительно. Так, ну я тогда быстренько в магаз ебану, чтобы купить эти дополнительные подвески. Давай. О, бля, Лёша, ты не представляешь, блядь. Ну ты, видимо, играл как и так стало? Нормально, блядь. Это вообще другая игра теперь. Ты бы видел, ну, просто как... ты бы видел, как я вчера играл, ну супер неприятно было. Я закончил играть, я просто сел без очков, у меня башка чуть не взорвалась, блядь. Бывает такое. Так. Ган. Assault Rifle. Что я хочу? Не понял. А, нужно увеличить левел трейдера. Нихуя ты. О, нихуя, теперь 200 тысяч этот. 200 тысяч у тебя счет общий. То есть до этого был больше. А, тут нихуя недоступно. А, ну вот медицину я пойду куплю тогда еще. А у тебя что есть? Луна огромная. Вот этот гранатник, я так понимаю. Гранатник, брать. Патронник. Ладно. Так, гир. А, нет, армор. Армор модуль. Ух ты, какая у нее тут музыка. Одного хватит. Так, а где медицина? А, вижу, хоспиталь, походу. Да, у девчоночки. Чё, продаешь, подруга? Девчоночка с татушкой какой, а? Так, ну я пока с таким лайтовым буду ладаутом, с пистолетом, блять, поэтому ты держи своим MP5 при себе, как говорится. Так, MP5 говоришь? Да. Хуёво, держи при себе тогда свой MP5. Ганпаудер тут есть. Блять, 8 броников дается, охуеть, блять, вообще. Так, а где бы этот найти? Ой. Оружие нормальное. Или только те, что на базе сразу? Так это получается. Я левой рукой буду браться, поэтому лучше с этой стороны максимально цеплять. Так, оп. Ебать. Доебался. Так. Так, чик-чик. Это хорошо, потом... Да, вот. Так, где мой MP5? MP5, вот мой MP5. Магазин на MP5. Ага. И второй магазин на MP5. Блять! Ладно. Во, кстати, посмотреть. А, ну да, он пустой, блять, пиздец. Я понял, почему тогда я, блядь, с него не мог пострелять. Ой. Ага, висит тут. Так. Опять магазин, вот он. И второй. Угу.
Готово. Так, все, я МП5 собрал, броню собрал, рюкзак взял, хилку... А, хилку. Как хилка там называется, не помнишь? Ну, у нее там медицина единственная, она с ней. Не, я имею в виду на базе, когда ее достать надо. А, на базе, блять, вот это я сейчас скажу тебе, тоже буду искать. Не НРС. НРС, наверное, да. НРС, да. НРС. А, так, блядь, 17 штук у нас их. Нахуй я их покупал, блядь, тогда? Тоже не знаю. Ёбаный в рот, нахуй охуеть, блядь. Купили. Вообще бред, блядь. Так. Слишком близко стою. Нормально, пойдет. Пострелять хватит, так сказать. Бля, надеюсь, в ближайших апдейтах добавят режим нормально спектатора и переключение глаза, блядь. Вот это так, очень сильно надо. Так, приглашай тогда в этот. Давай, давай. У меня так. Проще написать. Давай. СГТ графоуни. Да, не так уж. Так. Тра-та-та-та-та-та-та-та! Нормально работает. Все, отправил. Проверил. Контакт-лист Миша графоуни принять. Ага. Угу. Теперь это. И в группу дал приглас. Ага. Все есть четко. Все, принял. Island of Tiber выбрал. Ready. Так, я пойду кофейка налью себе, погоди. Давай, жду. Или мне ставить готово, типа, поиск. А, да я в игре кофейка налью, погоди. А, ну все, я ставлю диплой тогда. Ну, блядь, а если я кофе не успею попить? Очень жаль будет. Ну, мне, кстати, дольше сейчас будут рейды искать. Потому что на бетке-то игра была бесплатная, блядь. Быстрее! Блядь! Я вообще удивлен, что они, блядь, ценник нахуй в 3900 тенге, блядь, хуйнули. Я думал, будет от силы... Нихуя, блядь. Это для около... VR-игры это очень это около 800 рублей, блядь, если что. Ну, для VR-игры это нет, очень дешево. Нет, это для VR-игры дорого, нахуй. Другие VR-игры гораздо дешевле, блядь. Ну, так, если брать обычные. Так, ты помнишь в прошлый раз этот спаун? Да. Он хороший. Ты в игру, кстати, говоришь. Ну, а я говорю сейчас в игру? Нет, ты не говоришь в игру. Сейчас я попробую сделать настройки, аудио. Ну, мут микрофон, тру, блядь. Вот сейчас, пойди, вот так вот попробую. Вот так, слышишь меня до сих пор? Да, слышу. Да я хуй знает, Алексей. А, будешь двоиться, не стану. О, Мишаня! Чё, нашел? Мишаня, ёб твою мать. Ты где? Да там тут снизу? Я недалеко, да. Иди, подойди сюда. О, разгрузку нашел, прикинь. Подойди к вышке. Сейчас, погоди. Разгрузка... А, разгрузка только вместо броника берется, хуёво. Чё такое? Подойди к вышке. О, смотри, на, лови. О! О. Ну, я поймаю его потом, там, возьму. Давай. О, пинс. Так, мне сейчас нужно позицию в комнате найти, где по центру примерно. О. Блять, а знаешь, что еще нужно сделать? Вот это что такое? Я в кустах спрячусь. Надеюсь, игра у меня не кританет от этой хуйни. Блять, а если кританет? Ладно, а что ты хочешь после сделать? Рейда. Надо дверь, я в двери ключи оставил, Машка не сможет дверь открыть. А-а-а. Ну она же не прям скоро приходит, вспомнил. Или прям скоро? Она? Да нет, она где-то к 8:30 вообще. Ну нормально тогда. Все, пойдем дальше? Да, пойдем дальше. Наверное, ловить больше нечего. Бля, ну шлем этот пиздец, конечно. Этот микрофончик этот, блядь. Ну, спереди. Спереди? Да. Да, бот. Блядь, он попал по мне? Да, сейчас, попал по тебе. Я забыл переключить в одиночный режим. А то автоматиком стрелять... Блять! Миша, нахуй! Да нормально, чё ты? Ну попал рядом немножко. Человек, который придумал прицел для МП5, это был ёбаный мазохист. А, он труп, он труп, всё. Он труп? Да. Так. Так, сейчас только мне надо... Сука. Нет, обычные вещи придумать сделать. Надо обязательно изъебываться. Там еще человек, тоже бот, походу. Угу. Да, это бот ходит. Ладно, его можно бока оставить. Надо домик залутать.
Опа, стреляют. Стрельба, да, стрельба. Я домик смотрю. Давай. Первый этаж чисто. Спэмом он. Ты на втором? Поднимаюсь на второй. Да, я тоже поднимаюсь на второй. Ну, рой чистенько. Да, тут. О, ебать, нашел пушку-гонку. Да? Да, Ксюшу. А, нет! Блядь, земля хотела забрать. Земля хотела забрать мою Ксюшу. Так, а там. У-у-у. Ну, вроде патрики есть. Ну да. Ну, куда это? На МП5 поставили, правильно? Я прицельчик нашел, кстати, возможно, все на Ксюшу влезет. Не, нету планок никаких. А чё? А, вот это, кстати, не увеличивать эта хуйня. Блять. Не верю, что эта планка может сюда поставиться куда-то. Beans. Do you want some jelly beans? Чилибу. Наверное, не поставится. Ты бегаешь, да? По дому? Да, да, по дому. Оп. А тут у нас что? Нихуя? Вот это, да? О, так, движение вижу, Алексей. На КПП перед там нами. Бот. Думаешь, это бот? Ну да, ладно. Бота, да, он да. Затупил. Да, туда-сюда бегает, блядь, дурачок. У-у-у! Это оперативочка. Азу нашел, найс. Так, оперативочку сю. Да. Ладно, я пока сбегаю в сторону бота. Попробую шлепнуть его. Давай, и поэтому уже быстро выбежал. Ну да. А чё, я второй этаж быстро посмотрел. Я вот думал, ебать. Ай, блядь, нихуя он. Жменькнул мне, блядь. Не убил его? Нет, он мне жменькнул. А, вижу его. Все, потушил его. Так. Там типа... Сверху бегает что-то. Это явно не бот был. Это не бот был. Где сверху? В доме в этом? Смотри, здание, видишь, там пролом в стене. Ну, пролома в стене не вижу, но, допустим, где-то там, да? Вот я туда показываю тебе рукой, вон там. Прям там. А, вон там, типа... Видишь пролом в стене? В пролом в стене забежал какой-то типок. Ага, это явно не, понял. Это явно это. Возьми, кстати, типа калаш с этого. А у него калаш был? Да. Ебать, ну я патроны с него заберу. А, ебать, так у него биг калаш прям был, охуеть. Слушай, сейчас тогда. Нихуя. А как инсайз? Типа просто калаш сбоку теперь вешается? Или как он вешал-то, блядь? Ну, он говорил, мне что... Мне говорили, типа, да, да. Вешается на... Блядь, нихуя. Кто ж так делает-то, блядь? Сука, ну кто так делает, блядь? О, да, и вправду вешается. Кайф. Опа. Четко. О! Что это? Кожаная пачка гвоздей. Вот сесть. Ты мюсли. Стрельба. Недалеко. Ага. Да, блядь, где магазин-то? Опа. Ну все, ебать, заряженные. Так. В разломе спереди, говоришь, был. Ну что, пойдем туда смотреть или нет? Mm. Вон так, блядь, вот куда который... я иду, да? Да, да, именно там. Сейчас, Мишанька, мне нужно немножко времени. Давай. Готово.
Так, я рейди. Угу. Блять, а тут... Прицел МП-5 самое неудобное говно, которое я когда-либо видел. А вон он не в разломе стоит? Не знаю, я пробежал вперед, если что, по дороге. Нет? Где? Я тебя вижу, вон сверху. Или это... Или мне кажется, у меня шиза. Ладно, у меня шиза. А, вон там в дырке в стене, типа? Да, он в ту дырку. А, блядь, хуй его знает, если честно. Ну тут можно поутаться. Ну, походу. Ну, смотри, тут чел ходит. Ебать, ты круто калаш держишь. Ну так. Убийца машина. Тут можно наверх забраться к нему, кстати, если он там есть, правда. Че там? Эмочка, кайф. О, я нашел ложку, блядь. М-м-м. Так. Погоди, мне нужно время. Ложку я заберу. For beans. А где, ты говоришь, оружие теперь вешается? А, сбоку, на бочину. Вот смотри. Смотри на мой рюкзак сзади. Нихуя не вешается у меня. Ну, у меня не с первого раза получилось, если что, имею в виду. Так, Лёха, я пока пойду к нему слазить попробую, о, посмотрю. Нет, не его. Блять. Слышал? Кто-то смеется. Да. Мы играем против девочки. Я ползу к тебе. Или это демон? Вот свистит. Свистит, блядь, да. Секси, секси кричит. Так, ща. Чай нижнее подчеркивание, К нижнее подчеркивание, Пини 4 и HK и сделал правильный выбор в своей жизни. Точно. Спасибо большое. Он говорит здесь. Сейчас. Так, Мишаня, мне бы, чтоб ты мог забрать мой МП-5, либо я пока с МП-5 отстреляю, а потом это уже. Тут, блядь, входа в здание, а просто до хуища, да. Да. По лестнице. Да-да-да-да-да. Ладно, будем считать, что это МП-5 я проебал. А, ну тут, тут был кто-то. Рюкзак оставил. Ага, понял. Ну там как раз девочка какая-то. Ты у дырки, да, как раз? Я уже зашел в нее. Ага, только что. В девочку? Я френдли, блядь. Calm down, man. Why you call me blade? We come for you, блядь. I have a Mac, one bullet. Please don't kill. No! Да, все, окей, 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 окей. Все, стоп, Алексей, стоп. I have nothing. Окей, окей. Окей. We good. I don't have anything. Look for this, Алексей. I'm need to looting. Злые русские пришли. Да, блядь. Put your hands up. Только тихо. I don't have anything on me. Oh, что don't worry. What with your hands? What problem? Mm-hmm. With your hands, some problem. Yes, your left hand is up, down your body. Сейчас, this? Секунду, Алексей. This. Так. You like a dabbing? Ну, блять, не могу снять магазин, прикинь, хуйня какая-то. Она тебя слышит, нет? Yes. И тебя тоже. Да не могу снять магазин, блядь. Что за хуйня сейчас, короче? Ладно. Ну что нам сказать еще? Bullet. Corner, bullet. It's not for you. Где bullet-то? It was in the Mac. Не вижу. Turn around. Look at the wall. Опа. RAM память, Алексей. Good память for us. Thank you. Okay.
You can turn around now. Again. Look at us. Oh, блять, thank you. У меня калаш, блять, застрял в рюкзаке. Oh my god. Тихо. Стоять, куда? No, I wasn't going to take it. I'm talking about the backpack. Uh-huh. It's my baby. Yes, it's very fun. Do you want it? I have a beans. А нет, это fruit cocktail. Beans. Сейчас. Second. Так. Ложка. Ложка. Стой, скажи, ложка. Скажи. Что ты делаешь? This is my voice after one second in London. Ну ты, конечно... А бин. Нормально? Ну чё? You don't eat at all. Все нормально? Все съел, жесть, мать, я не прокормись, блин. I eat with my hands, like this. Да, жестко. Mm-hmm. Ну, ладно. It's not eating. It's как not там? It's something strange. Be happy, be healthy, family. Еще как там? Yes. Семейное благополучие. Family charity. God bless you. No? God bless you. Have God fun. You good luck. Mm-hmm. Ну все, давай, валим отсюда. Дверь только. Сейчас, знаешь, right. как не, выходи, иди поза мной. Иди, uh-huh. Ну, заходи. И как этот, как там, как Томас в этом, в Том и Джерри. А я не могу взять дверь. Okay, thank you so much. Ух, ебать. Ну ладно, ну все, да, давай, пока, счастья, здоровья. Good luck. Bye. And have fun. Bye, thank you, you too. Yes, you too. Okay, now I go. Жестко, почти жену мне нашли, Алексей. Она теперь с нами хочет выходить. You want to go with us? Yes, yes. Okay. Let's go. Wait, what language? Russian? Russian? Yes. And you will be as shield, okay? Yes. Push forward. Yes. А как я пустил шлем? А ты смотришь стрим наш, что ли, Гоша? Yes. Не, я просто слушаю графон после минутного диалога, okay. Стан, почти мне жену нашли. Yes. Окей. Okay. Я в этой... Я типа рейд закончил, я там ебать хэдшот машина, блядь. Нормально. Хэдшот машина жесткий, Гоша, жесткий. I'm looking for GPU. Я, блядь, ничего не могу тут забрать. Тут вообще что-то лутается. It's not looting. Жестко. Слушай, она походу с одной рукой играет. Окей. Не, забагалась. Забагалась, думаешь? Пиво, блядь, смотри, пиво. Блядь, с пивом не взаимодействует, сука. Оу, I found something. Зарядник, блядь, для айфона. О, нормально. Fast charge, nice. This is... Oh, bucks! 25 euro. Take it. It's for you. Huh? What's... Payment for shoot. Oh. И куда она? Не, смотри, да что-то с рукой не так, я говорю. Возможно. Бля, я сейчас проверю свою it's, догадку. It's not a gift. It's for your job. Okay. It's not work. Надо в армаре все перенести, на самом деле. Все тут вот барахло. Нихуя. Тут может так укомплектовать нормально этот рюкзак, что все залезет. Реально Тарков. Да, да. Оп. Ты смотри аккуратнее, чтобы она сзади не подошла. Тут шею уже можно свернуть. Помню, блядь, об этом. Ну ты смотри на нее. Okay. Ты живой, Лёха? Enemy, 200 meters, I kill him. Фу, жёстко. Nice. Yes, but yes, good. Turn back, guys. Это вот ты его шлёпнул, да? Come on, yes, yes, ага, yes, жестко. I'm killing. Woman, let's go here. Не дай ей оружие. I run. Listen, I'm shield. Йо, нахуй. Do you need a backpack or разгрузка? Вот этот вот жилет.
Рауль! Короче, take backpack and... And what this... Backpack или backpack? Backpack. Can I take? Yes, 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 take. Only backpack. Only backpack. Yeah, wait, I throw gun away, I throw it away. Это было близко, блядь. Oh, I wanted gun. А чё с разгрузкой, блядь? Ah, it's fine. Oh, wait, wait, wait. Oh, oh, fuck. Here, here, wait. So sexy. Hey. Опа. Yes, here. Опа. Oh, no. Ah, 19-11. Thank you, thank you. No, no. Here. Here. For you guys. А у меня какой? Смотри, у меня глок там, блядь. Смотри, сколько хилок накидал. Да, чел набрал хилок. У него, если что, смотри, магазины есть. Вот, слушай, у него есть на разгрузке эти. И вот как, блядь? Оно у меня просто разъебано в труху вообще. Гоша, как ты вешал оружие на бэкпак? Слушай, я не Лёша, стой. Лёша, стой. Стой, стой, стой. Mm-hmm. Это можно сделать, но я не понял, как. Вот, смотри, вот у тебя магазин. Wait, look, gun. Gun. А, окей. Gun, 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 gun. А, так ебать. Gun, gun. Да, блядь, не двигайся, можно? Лёша. Не могу попасть, блядь, толстяк. Да, блядь. Забей, Миша, забей. У меня да ну тут... Можно? Ладно, вот смотри, ну, магазин. Сбрось, забери сбрось магазин. Просто. Забери магазин. Сбрось эту пушку, я подберу. Я магазин просто заберу. Я просто себе эту хуйню хочу тоже взять. Да я пытаюсь, блядь, повесить блядь оружие. Оно не работает. Короче, смотри, Алькор. Берешь рюкзак. Да что? Ага. Держишь, да? Правой рукой держишь рюкзак. Так. Держишь автомат. Thought... За рукоятку, да, за пистолетную. Дулом вверх wait ставишь before перпендикулярно рюкзаку. Gun, слышишь gun, меня? Look. Ага. Wait, прям в левой стороны рюкзака. No, no, прям с левой стороны рюкзака. Don't worry, we trust you. What, прям, what's your name? Чуть-чуть текстурка автомата вошла в рюкзак. И отпускаешь. NMLE. И он падает. NMLE. Enemy. Он приклеился. Может, это слишком большой рюкзак? Ну, у меня маленький, типа как школьный. Не, может, у меня автомат большой слишком. Wait, look at this guy. Can I carry him? Да, блядь, она не с первого раза клеится. Во. Ну, типа, она должна появиться у тебя? У меня просто он красным. Как нет, только я иконкой... подошел, он красным загорается. Look at this. Не, у меня вообще такой хуйни нет. Mm-hmm. Ну, значит, but слишком большая пушка, наверное. Still here on me. Он не двигается, бля. Я думал, тут wait можно брать челов. What's your username? Username? Мишаня. Мишаня. Cool guy. Mm-hmm. А где мой калаш, блядь? Где мы? Она девочка снизу вас уже обокрала, блядь. Вы пока не вам торговали. Вас да обнесли. Вон лежит, вот. А, блядь. Чё, всё, пойдём дальше. It's best man that I know. Mm-hmm. Really, really. I'm he... Михаил, it's my friend Алексей. Hello. I tried can, learning he Russian. Can, he can up with your hands. Он просто, да, он хикан. Прям так и говори. Говори прямо, блядь. 300 kilograms in gym. Yes, it's yeah machine. Yes. Oh my God. Machine. 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 Ой-ей. Wait, no, no, I'm body, I'm body shield. Go to extract. Go to extraction point. Yes, we need... Open it on... We need... This way. Out from here. Интересно, а если взять рюкзак? 300 meters. Let's go, Алексей, иди нас. I see, I see. Берем коробку. Блин, хорошо на самом деле это. Блин, ну у тебя так же рука назад улетает? Да, нет, нет. Shake your hand. Чисто у него... Одна сзади просто. What's with your second hand? Left hand? Right, right, right. Right way. No, все, no, no, да все, right. Она убегает, убегает. This. 100 meters. Front. Так ты нахуй полку открыл? Блять, ты еще и встал на нее. Where is блядь, my body shield? У меня рост неправильный, мне кажется. Ah, here. Move forward. А чё, куда?
In this house. Forward, forward. Behind, behind this house. There is can be enemies in the house. Or one or two enemies. Or three, or... No, 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 no. Or full no, army. No, 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 listen, listen. No, 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 listen. Habibi, what's me? No, no, Habibi here. Habibi. Habibi. Habibi, take this, bye. No, I'm joking. Ты должен стоять, блядь, не на соблом. Вон у нас этот выход на причале. Погоди, я слышу просто наверху неписи убить. Ну, чтоб квесты делать. Все равно, блядь, на пол. Пол сбегай в небезпечных смычках. Слышь, как пиздят там, блядь, громко. NPC, yes. Yes. Бля, я без шуток, я думал, что она тоже непись, блядь, в начале. Вот и все, не близко. It's me, alright, yes. Okay. Да что за хуйня? Okay. Tasty, tasty. Все нормально. Все, я потушил. It's okay, it's okay. Тут СКС, блять, есть. Close the door. And... go, go. To... Блять. Бля, СКС нельзя... Мишаня, она к тебе идет, если что. Ладно. Отправил, смотри, чтоб пушку не подобрала. It's me, it's me, it's me. Окей, okay. Do you need a weapon? Wait. No, I'm okay. Wait, come here. Ну смотри, блин. Really? Ой, МП-40, ебать, есть, нихуя. МП-40 я хочу взять. Да че, блять, не могу. Гоша, как ты два оружия, блять, сделал на рюкзаке? Here, here. Ну, оно с одной и с другой стороны лепится одинаково. I carry this, and I give it to you. You can... No, no, you can take what you want. Hi. It's chest plate. О, это Рюгер или как так? Или это СКС-ка? Это СКС-ка. Блять, я не... Такое? Не могу. Ну, возможно, только маленькие оружия крепятся. Ну, а чё, МП-40 ну, большая, что ли? А сложи, сложи приклад, приклад. А, нихуя ты умный, кстати. Ой, блять. Ну-ка, ага, и теперь пробуй крепить. Да, okay, блядь. Dancing. Не, yes, окей. Да хуйня, Лёха, какая-то. Да забей, выбрасывай. Не, не, да я возьму его с собой и просто калаш внизу, да, вот так, опа. Ой. Wait, hit. Блядь! AK mag. Oh, AK magazine. Да, не надо, у меня... I have, no. Quiet, тихо. Да чё я не могу вставить? Я шаги слышал, или это Миша двигался? I hear the footsteps. Блять. Maybe. Блять. Во, аллилуйя. Let's go. Сейчас я только пойму, как мне надо встать. Ожидаю Мишу, блять. Комната ожидания Мишани. Tectonic, we know this dance. Ты готов? Да, да, пошли. Ой. Дверь тупо, блядь. Body shield, body shield. Body shield. Блин. Лу-лу-лу. If I die, add me. Окей. Окей. N. M. L. A. Wait, let me see your name. SGT what? Okay, I see your name. I add you, okay? Okay. Yes. Чё он, блядь, не хочет? Как черти, знаешь? Это бот. It's bot. You have exit here. Hello? У нас должны быть разные выходы. Улюлю? Улюлю? Да не, походу она вылетела. No, улюлю! Кто? Oh, oh. Ты? He's trying to shoot me.
Сори, Лулу. Че мы? Ну, оставляем ее, хули поделать. Ты тогда так же вылетел, добить даже нельзя, сука. Неинтересно. L. N. M. L. A. N. Я даже не мог ее убить, если что. Патронов не было. У тебя? Ага. Пиздец ты даешь. Так, сейчас. N, M, L, A. Запомнили чат. Че, пойдем с девочкой играть с четвером? Че, идем на выход? Да, пойдем. А, ты его хочешь убить? Давай, я тоже попробую. Интересно, блядь. У меня все нахуй размыльные, пиздец. А че, блядь? А че? Патронов нет. В смысле патронов нет, блядь? Все есть. Блядь, поцелись-ка с левого глаза. А, во. Блядь, в пизду, короче. Я дал ему одно попадание, но хуй знает. Мне так больно смотреть туда. Пойдем на выход. Ща. Пиздец, это нахуй невозможно. Ладно, сейчас еще погоди, пару выстрелов с одиночного. Хорош! Хорош! Шлепнул нормально ему. А как же ты бегаешь, блядь? Нормально бегаю. О, тут пуля лежит. Бля, тебя ранили в руку. Надеюсь, то, что в руках выносится. Да, я тоже надеюсь. Фу. СКС бы забрал, да похуй. У нас там в стэше, да, и так оружия вынес. Достаточно. Бля, ну вот это вообще хороший рейдик был. Блять, ты бы видел, как я ее нашел, это очень смешно было на самом деле. Ну она там сидела за дверью. Так, блять, мы еще такие, типа, слышим ее, а я думаю, что это, ну, типа, как бот пиздит. Типа, непись, блять, какой-то. Сука. Смешно. Так, а где теперь мне патроны на М-ку найти? Так, что, надо попить, поесть? Столик вот этот я же могу использовать. Ой, я могу ебать вообще антуражно сделать, типа вот так вот сесть. О, попить поесть вообще надо. Так, а где так пить вот есть, сядем. Кстати? Ну, я с рейда вынес немножко. Не, я имею в виду... А, понял. Так, нужно разобраться с этим моментом. Во-первых, куда складывать лут, который ты с рейда выносишь, чтобы он не пропадал? На эти, на полочки. В каком... Я сейчас не поняла, нахуй. В арморе? Наверное, не знаю. Вот, блядь, и проблема. То, что тут есть меня склад, обокрали, нахуй. Сторидж. Ну, это баг, наверное. Я не знаю, что это еще, блядь. Я сейчас, конечно, попробую. Фу, блядь, что-то. А. Нет, стой, выплюнь обратно. Блядь. Угу. Тут как-то не по-человечески. Ой, блядь. Ну, а нахуя эти стеллажи там? А вот здесь я, знаете, как сделаю? О, хорошо. Я сделаю, например. Так, ну поесть я поел. Осталось только воду. Так, вот склад. Итак. Что, ставишься сюда или не ставишься? Ух, ёпта, нихуя. Видели чат, блядь, люк? Блядь, какого хуя, ёбаный рот. Блять, мужики, ну короче, сразу говорю, шмотки на стеллажи нахуй не выкладывайте, я не знаю, продавайте. Я уже выложил, делайте, что хотите, блять. Ну, я вывесил сейчас на стеллаж 2 глока, нет, или 3 глока, 4 карабина, 3 карабина, блять, 4 или 3, 4 карабина, ой, 3 карабина, блять, 3 карабина, 3 глока, магазины, у меня нахуй
Просто один остался глок, один магазин, один карабин, один магазин. А у меня, кстати, висело все, когда я это сделал. Ну, когда в бетке все оставалось. Ну, потом, типа, ну, я не знаю, у меня нахуй пропало, блядь. Я хуй его знает. Вот это вот сохраняется или не сохраняется, блядь, я не понимаю. Как сделать так, чтобы... Да. Чтоб лут сохранился. Трейдрума. Радио. Нихуя, блядь. Так, пошли entrance. Посмотрим, добавила она нас или нет. Классно, блядь. Туалет. О, добавила, слушай. Не? Да. Хорош. Что, приглашаем ее? Живой щит? Да не, ну просто давай. Поиграть. О, зашла. Так, ты пойдешь, Гоша? Да. Так. Так, я единственное все еще не понимаю, куда лут складывать, блядь. Меня обокрали. Короче, вот что точно, на вертикальные, ну, настенные вот такие стеллажи, на которые ты типа вешаешь оружие, блядь, ничего не кладите нахуй. У меня все, а мне кажется, надо в армори какой-нибудь это делать. Ну, я это в арморе и делал. Я забрал, типа, карабины с трейдрума, понял, из этой хуйни. Все собрал, пошел, повесил, блядь. Сходил, типа, вернулся, смотрю, у меня нахуй все пропало. Думаю, так, вот Гоша, это я да. Гоша, я тебе отправил этот, если что. Да, сейчас я приму. Так, ну я пойду тогда залечу. Ну вот, в арморе, типа, я пойду в арморе попробую это. А, тут, блядь. А реально, а куда скидывать-то нахуй? Реально, блядь. Погоди, а у меня а, нету. Погоди. Попробуй еще раз. Нет, ну я тебе запрос друзья кидал. Так, а это... А хули контакт? Контакт. Контакт, ты там справа инвайтс. Ну у меня там... На нее прям нажать надо или там появится? Нет, ну вот контакт, контакт-лист и справа инвайтс. Там типа у тебя строчка, и я там должен быть. Нету? А, блядь. Все, вот теперь есть, наверное. Понял. Похуй, видимо. Угу. Отправил. Все, приглашаю в команду. Погоди, а где магазины на М4 тот же купить? Потому что они на складе есть. Ну, вообще, это на складе штук 5-6 должна быть. Пришло, Гоша? А, станок магазин, да, вижу. Пока нет. В смысле? А тут, походу, на троих максимум, блядь. А, да? Да, есть такая, есть такой момент. Блять, и ну, самое хуевое, что нету войс-чата, типа, чтобы сказать, сори, сказать, типа, что только на троих. Да. Напиши где-нибудь. Бля, ну сейчас дай попробую в стиме добавить. То ну, некрасиво например... как-то будет. Так, ну ладно, проверим. То у Гоши такой баг или у всех? Блять. Ну я типа даже подгрузился в тренинг, типа там на рынок, в тренинг, вернулся, и типа нихуя не изменилось. Так. Может быть, так, конечно, вообще фул в игру попробовать перезайти, но... Найти друзей. В итоге, блядь, даже с этого стола проебался магазин, блядь, для Мака 10-го. Бля, это пиздец. Если так будет... Если так будут пропадать вещи, я того рот ебал, блядь. О, она добавляется в эти... У друзья Friend Invitation. А, это в игре тут. Блядь. Точно. Похуй на один патрон. Так. А, и давай восстанавливайся. Станок магазин. Блядь, а я не знаю. А, они вернулись в этот, походу. Ёбаный рот. Тут дохуя этих... Да хуя я таких ников, блядь, хуй просышь. Там... Короче, ладно, здесь сохранится. Если пропадает, они возвращаются в это в трейдовую хуйню. Да? Угу. Ну и хорошо тогда. Нашел профиль? Как ты нашел, блядь? Не, Мишань, ты смотри, ну если ты как бы ее уже в жены вписал, ну я как бы могу вообще, в принципе, ну местяк-то подосвободить, конечно. А. Да, жестко, нихуя вы типа реально нашли. Не, ну, как бы если любовь-морковь, то да, друзья да, подвинутся. Любовь-морковь, блядь. Так, как теперь написать вы мне, скажите?
типа по-английски именно, чтобы не как тупым выглядеть. Пиши, hi, I'm sorry, because we invite my friend, another friend, and in game we have... Как ограничение, блядь, я забыл. The game have only three slots for teammates. Party. For party, и да. Все. And now we can play another time. Another game. Мишаня, просто sorry. Woman go out, men play games. Так, sorry. Сейчас. Да, Кербас, ты, конечно, грубый Ян. We are... Но он так-то себе девочку так и нашел. Play... in... Нет. Что, давно начали вообще? Party... Three... Мужики, да не особо, первый раз ходили сейчас. Качай железо нахуй. Бля, почему тут нет, как в Таркове, где гантели надо ебашить реально? 5 NPC without dying. Sin wants to kill 5 Phoenix with SMG. Это второй склад, типа, открывается. Но тут нужна какая-то карточка другая, фиолетовая, но там free member is full... My member. Да. My member. Do you remember? Блять, а почему не открывается эта вот штука? Что нужно сделать? А нахуя у меня? Ладно. Второй склад этот ваш, блять. Гоша, ты не в курсе, как с... Как с М-ки снять, блять, Iron Sight нет, задний? Нет, целик, скорее всего, нет. Пиздец. Не снимешь. К сожалению. Это нахуй прицел. Потому что это газблок стандартный идет. А как там, по идее, у тебя... Как? Так, все, я написал, все нормально. It's okay, I had fun with you. Все, о, вы опять убежали, блядь. Так, это ну тогда... Ебал, так, сейчас я тебе приглашу, Гоша. Ой, блядь. Быстро пока фикшу чат, блядь. Ай-яй. Че там? Это у Гоши лагает? Не-не-не, просто я видел, блядь, когда в игре там один из скриншотов, три типа такие чисто. Так. Да может в натуре это вообще пацан, блядь, что вы тут нахуй начали? Так. Гоша, кидаю приглас. Она офлайн ушла после этого, как ты ее кинул. Понятно, Мишаня, все, блядь. Пришел Гоша? Синяя карточка, желтая карточка. Да. Да, все четко. Ну, я говорю, на троих тут, да. А есть тут этот... А погоди, а там можно сейлить, да, типа? Вот это же сел? Сел, да. Можно хуйню складывать и... Да, блядь, и продавать. Да ебучий случай, нахуй. Сейчас подходит, ладно. Вот, типа чекни я могу... слева от терминала руму. От терминала? Вот это, типа? Или вон та? Ну это еще склад, типа. Не знаю, а нахуя мне еще склад? Это просто да, здесь, ну, говно склад. Складывать. Хуя. Мои 220 получается. Что такое? Только да мы продал. Нет, продал эту. Как его? Я на левый поставил. А почему в радио не лезет карта? Продал зарядник, блядь. А-а-а. Че, он 220 только стоил? Да. Какая? А тут несколько магазинов еще, продавай в каком хочешь, блядь. Так, полки. Ну я вот поставлю вот эти штуки чисто. Да, блядь. Чтоб затестить полки. Ну да они с цветом ошиблись, такое ощущение. Рот. Блядь, пум, понял. Ну что, вот это вот? Тут. Блю ария. Блю ария. Ты что, охуел? Вставляйся, блядь. Блядь! Да. Не работает. Как я, блядь, достал-то, ёпта. Не важно. Где я нахожусь? А. Так, ну я рэди на это. Пор... Вот склад, блядь, есть. Капец. I'm ready for celebrate. Тутанхамона смотреть. Тянака прокидываешь вот так.
Ты как хотел финишер. Вот она жизнь, блядь, понимаешь, старик. А что из этого фуллаута, что из этого по одному, а что из этого... Гоша, ты не знаешь, как на эмке расположено фуллаута и по одному? От себя одиночный, насколько я помню. Ага, дальше. Вниз на себя, на себя сейф. На себя сейф. Вниз. Автоматика, по идее, и прямо... Или наоборот. Блять, типа... ну... Короче, на себя вроде сейф, насколько я точно... Ну, бля, я могу проверить даже, на самом деле. Да, на себя сейф. Блять, да. Парни, вы нашли, куда сложить оружие можно, это, нет? Это, видимо, фуллаут, это одно, но это сейф. Ага. Просто я на стол положил. В смысле, сложить оружие? Оно, короче, графон, если оно проебывается у тебя со склада, типа со столов или со стеллажей, оно отправляется у тебя в трейд-рум в этот компьютер ебаный. А, да? Да. А, ну все тогда. Так повесь красиво, Мишань, повесь красиво. А куда оружие весить? Пока... Не понял. Зайди в армори. Армори. Патроны так, проебались, блядь. Или нет? Видишь, где у тебя армори? А, я походу... А, я понял. И на вот... стенку прям прислоняй в упор, и оно такое повесится охуенно. И магазины можно еще снизу повесить. Красиво, короче, будет. Что-то у меня оно залагало, походу, блядь. Это токарев, нахуй. Блядь, у меня, походу, автомат залагал. Ёб твою медь, блядь, а. В смысле? Ну, он у меня теперь оранжевый, нахуй, все время такой апельсиновый, блядь. Сбрось его на землю. И подними. Да нихуя не помогло, блядь. Я патрон-то потратил, блядь. Но он останется у тебя все равно вот. В стэше, в любом случае. О! Все, ладно, пускай нахуй висит так. Я его рот понял, блядь. Все, я ready, мужики. Аж похилился, блядь, до фула. Уже пока стояли, дрочили. Ну все, я рейди ставлю. Рейди ап. Еще секунду. Один момент. I'm dancing in the pound of the floor. Та-та-та-та-та-та. Сейчас, секу. О, ебать, реально можно тикток танцевать? Или как там его? Тиктонику. I'm ready to go! Let's go! Так, все, поехали. Опа. Ну, погнали. Так, Island of Tabor. Все ready. Деплой. А село не пробовали вот эту подземку, типа? Не, мне кажется, там жестко. Там просто темно, типа. Ну, темновато. И там чисто close эти... Я попробовал как-нибудь, да. Просто типа, шуток, блядь, это быстро... парень с вами бегал, блядь, жестко. Трапик, нахуй, получается, няшный. Так и тут достаточно темно, чел. Ну да. Где мы, нахуй? Мы в подземке. А это ты, Гоша? Да. Хуй ты ничего не взял-то себе? В смысле? Пистолетик один взял, и все. Так с лазерным прицелом. Я, блядь, с этим пистолетиком уже столько наворотил, блядь. Мне кажется, лазерный прицел имба, на самом деле. Да, да. А что тут вообще на этой парковке, я так понимаю? А, ну это мы, это вот мы сейчас дырку в эту полезем, да, наверху. Да, да. Кстати, погодите, у нас впереди, здание. Значит, люди могут быть, можем сразу проверить их. Справа могут быть, спереди. Там бот стоит далеко. Гору чек надо. Тут можно как-то зайти куда-то быстро? Ну вот, направо внутрь? Можно в гору зайти. Не, в здание, в здание. В здание, здание вот там смотри, по лестнице вот, надо лезть, да. Поднимайся. А тут нету ни дырок, ни хуя. Вроде хуёво. Нет. Зачем ты бьешь калашом по укреплению? Так, вы где? Мы тут же стоим. А. Полезли наверх, погнали здание зачистим. Думаешь, ну, лутать? Полутаем. Пойти. А где вы хотите? Ну тут типа это вот и та военка, это самые типа богатые места. Ну вот и погнали. Сюда вот. Пойдемте тогда. Ну вот тут пушка типа сейчас должна быть. Алькор там нашел нормальную пушку вроде бы тогда. Ну, лазер приезжает. Ого, пушка. Лазерка? Ебать, кайф. Да. Вот, бежит, пушка. Бежит сразу за контейнером, а? И чё там? Тут, блядь, все контейнеры, блядь. Вот так вот. Все контейнеры. Вода нужна. А как ты лазерку включал? Вода заебись. А когда ты берешь за цевьё... А, всё, ага, есть.
У тебя только два режима, блять. У тебя два режима. Прикрывайте меня, хочешь нахуй. Ты когда хочешь выключить, типа, это... Что он так медленно ползет, блядь? У тебя он с первого ползи клика быстрее. Будет выключаться, но он у тебя будет включаться на инфракрасный режим. А-а-а, блядь. Да, блядь. Че, вы там залезли? Да. Да. Я сверху. Бази спот, блядь, с прицелом нормально так. Да, да. Ой, что-то ботик начал суетиться внизу. Или он просто суетится. Сардины. Угу. Блядь. Че, все? Хилку забирай. Опа, опа. Не, блядь, не хочет она нахуй никак вообще. А тут куда что двери? Тут много проходов, супер много прям. А, тут еще аптечка тут стоит на стене, но я не буду вторую брать. Но... О, компьютеры. Нужны кому-то ама-панчи еще? Разгрузки ама. Для разгрузки. На основные магазины? На большие? Что-то есть? Выглядит как да, вот смотри, вот такие. Магазин к СКСу? Не? Ну-ка, как выглядит? Вот так, смотри. Ты не туда смотришь. А, да-да-да, это надо. Сейчас. Стой. А у тебя место тут. Бля, вот тут не видно же нихуя, блядь. Чё тут вообще? Не, вот так вот. Во, о, ага. О-о-о. Во-во. Хорош. Угу. Да, блядь. Тут так темно, тут фонарь нужен прям пиздец. Блин, вы бы тут нахуй вообще не помешало бы, мне кажется. Блять, а? Ладно, потом. Ну, да. Один магазин есть, самое главное. Так, надо сходить вот туда, где мы перепрыгивали, там лутик был. Вот здесь вот, оп. А, нихуя, ты там запрыгнул. А, ну я понял, в принципе. Здесь чел ко мне подбегал. А так там же можно пропрыгать, нет, просто. Так, я буду стрелять. У тебя чел? Нет. А пока не ломается, сука. Вообще дверь ломаться должна, но эта сука вообще не поддается. Ладно, тут, наверное, просто текстурная вообще дверь, нахуй. Ага. Я здесь вообще не должен был быть. О, тут можно выше подняться, мужики. Погоди. Тут толчок. Ебать, вы видели золотой толчок? Не. Иди сюда. Сейчас, погоди. Я смотрю подходы возможные. Давай. Гоша, у тебя броня есть? Да. А, тут если что, еще одна бронька есть. Я пока выше поднимусь. Я так понимаю, мы должны быть первые в этом слоте. Я не вижу кого-то. Кто стрелял? Да. С моей стороны не было выстрелов слышно. Ну я так тоже такой глухой, прям такой далеко-далеко слышал. Кто-то подо мной, или это ты, Лёха, наверху ходишь уже? Я поднимаюсь наверх. Вот остановись. Остановился? Солцеву, ты там, да, наверху? Тихо. Нет, кто-то ходит, блядь. Идёт, идёт, кто-то будто. Ходит, да. Ну это я, вот-вот, ЛСУ моя. Видишь меня, моё ЛСУ? Да, твоё вижу. Здорово. Я снизу иду. То у меня как будто внизу кто-то ходит, просто. Блядь. Возможно, боты. Я не думаю, что тут раньше у нас кто-то пришел, мы типа супер близко. Мне кажется, звук забагался просто. Ну, проверять надо. А снаружи кто-то бегает, только что пробежал. Где? На балконе. Где? Выхода. На балкончике вон там, куда я смотрю. Только что промелькнул. Вон, ходит. А, это бот. Ботик, это бот. Ботик. Ага. Это бот. А вы куда пошли? Наверх куда ты наверх, говоришь? Наверх, да? Да, около золотого толчка. Ага. Блять. Дернул. Вот это. Ух ты, ебать. Это по вам? Это бот хуярит. А. По Гоше. Бот.
Да, блядь, как у меня выдергивает так? А что с ним, убил? Блядь? Он не хотел умирать вообще, блядь. Он очень долго жил, да. А, вижу ваши прицелы. Такое, так, я захожу. Ебаная дверь, иди нахуй! Да просто выбивай ее, блядь, пробегаю так, на ее нахуй. А ну не, она забагалась, блядь. Обновки, ну, блядь, сюда давай. Ботик с каким-то вменяемым оружием. А, так погоди, ну-ка. А, не. Ебать, мужики, у них тут пушек. В шкафах лежит. Ебать, мужики, идите сюда за второй. Ну-ка. Да ебать в рот. Где ты? О, угадайте, кого я косплею. Жестко, это... Блять, ну кто-то крутой. Очень крутой. Это был инспектор Жибер. Давай. Опа. Что это приделывается? Странно. А МП-40 не мог. А это приделывается? Да. О, рукоять. А, это нет, какой-то... Какой-то магазин. О, реально. Ну, видимо, он прописал какие-то пушки, которые приделываются. Yeah. Нет! Нет! О, блядь, чуть не съела. Калаш. Это магазин похож на СКС-очный. А этот магазин похож на УЗИшный. Ладно, нахуй их. Ну, допустим. А вы там смотрели? Вот там спереди. Ходили? Лёха. А, там, где бота убивали? Не знаю, наверное. Ну, не, в большом зале, да. Все, обстрел уже, да? Да. Ну, там нихуя. Отсюда можно, кстати, улицу попалить. А, мы отсюда зашли. Там вон экзит какой-то есть. Здесь кто-то был, интересно, блядь? Блядь. Так. Давай тихо. Эй ты! Замей! Блядь, а что за хуйня? Ёбаный в рот! Кого душат? Да меня, блядь! Дикий. Человек-бот. Что с калашом, блядь? Не заряжен, наверное, был мишень. Да, блядь, дергаю затвор. Пиздец. Ладно, понял, блядь, пошел я нахуй. Его. Нет, сейчас убью. Так, теперь разбор полетов. Почему мы не работаем? Так. Состояние плохое, помол. Блядь, затвор не дергается, нахуй. А, в смысле не дергается? Ну, в смысле, не дергается, блядь. Дай я посмотрю, дай я напишу. Сейчас, погоди. Чё я сделал? Видишь, блядь? Это жвачка, что ли, блядь? Дай-ка. На. Пока возьми пушку какую-нибудь, я тоже хочу глянуть, что это. Так. А я думала сама. Ага. Ага, блядь. Я открыл, блядь. Подстава ебаная. А, погоди, Лёха, стой, у меня есть идея. Не-не, дай её. Получилось? Да. Чё ты сделал? Переключил режим. Режим, да, я тоже так подумал. Так, мужики, я вышел на крышу. У тебя вон блокиратор, есть кто-то? Видишь, он поднимается и блокирует её. На. Он у тебя в сейф-режиме был. На крыше нет, нахуй. Нету. Да, он у тебя в сейф-режиме. Посмотри, третий режим полностью дефает затвор. А как ты на крышу поднялся, Гоша, где? Я нашел ну какую-то хуйня, лестницу, блядь, просто по ней залез. Назад, как мы приходили? Там вход на лестницу с белой лампой большой наверху. Как будто бы что-то должно быть. Да ёбаный в рот, нет. Ну...
Кто-то бегает? Или ты гош на крыше? Я бегаю на крыше. А, или вот когда она фул вверх, типа, блядь, она не дает. Ёб твою мать, фул блядь. Фул вверх, она блочит затвор. Все, понял, блядь. Он не может назад подвинуться. Нахуй, как говорится, только этот режим, блядь, есть в этой игре. Вот это вот хороший, блядь, вопрос. Сейф, друзей не застрелить. Да, блядь, убери руку с кулька, блядь, курка. Не сдох, блядь. На крыше один патронный ящик и два каких-то... О. Блядь. Да ебать в рот, блядь. Ебать, Гоша еду не собирает. Смотри на него, блядь. Охуевшие бобы тут такие вкусные лежат для него. Бобыт. Куда бы тебя нахуй припарковать бы, блядь. А ты всю крышу уже зачекал, да? Ну да. Ну сука, ты чё? Медицины да хуища. Тварь, блядь. Бегает чел. Это будет. Где? Навес. Навес железный прямо под нами. Прямо смотри с крыши. А, бегает как бот вообще туда-сюда. Блять, если мне хочешь бы... пить алькор. Тут мне сейчас, бы погоди, вас не отсюда, да, конечно. А вы куда ушли, парни? Нет. Мы на крышу. Вау! Подъем на крышу. Два рюгера, нахуй. А, вот это походу. Нихуя себе, блять. Погодите, блять, ну... Пока сброшу, пока я недоступен. Хорошо, спасибо за донейшн. Я три рюгера уже собрал, блядь. Пожалуйста, Мишаня. Все для тебя. Так. Че, я готов на выход в целом. Кто там стоит на крыше, смотрит? Вот, если... Как это стою. Выглядит? Налево посмотри. Видишь меня? Вижу. Как это выглядит? Как это выглядит? У тебя все сломано как будто бы. А, да? А, хочешь воды? Ты идешь по этой? Ты Ямакаси? Ну я Наруто, как Наруто, типа, знаешь, вот так вот бегут. Или у меня все это сломано, блядь, да? Ну, так я делаю. Воды хочешь? Нет, ты сидишь, и из-за этого у тебя впереди. Воды? Не, да, вот так. А ну, Мишань, лови. Ага, хуй. На. Да, блядь. Ага, все тоже нихуя. А ну-ка, блядь. Да не, хуйня. С таким тремором, блядь, только стреляет, нахуй. Блядь, ладно, хоть пойдешь по нему. О, дай попить. Тоже. А, на. А нижние этажи-то мы не смотрели, кстати. На, Алексей. А, ну иди. Я вот могу поставить вода? Вот сюда, да. О. А я там вода? Не допил все. А тут вот какая-то это есть? Тоже вода. Я тут залезу. Залезу. Она... А. Нормально. Нужна еще кому-то вода? Да не, я попил. Здесь можно. Ну, пока все тихо, мирненько, я так смотрю. Пойдем назад. Пойдем. С Гошей соединимся. Тут сюда просто никто не бегает. Хочется попиздиться, что-то, блядь. Никого и нет, чтоб пиздиться. Ну, мужики, честно? Если вы вдруг захотите спрыгнуть на какую-нибудь вентиляционную трубу, типа, чтобы потом с нее спрыгнуть ниже, не делайте этого. Ты уже умер? Я уже умер. Реально? Пиздец. Да. Смотри, Леха, мы можем вот тут запаркурить. Не надо, я падал. Да смотри, там труба, нормально. Чел. Смотри, ну, смотри. Хотя вот тут, смотри, такая штука, как будто для паркура вот здесь. Да, я про это и говорю. Не, вот сюда, если сигануть, да. Нормально будет. Опа, все, без урона, блядь, даже. А куда сиганул? Вот сюда, на карниз. Посмотри на меня, где ты? Эх, где ты, да. Блядь? Вот, на вот этот карниз. Отсюда прям? Нет, вот с нижней части, вот с той. Вот которая ниже, да. И я вот так вот плавненько на него, оп. А там ниже не упасть? Нет. Там ниже можно упасть. Нет, там нормально. Есть. Да, блядь, там легко допрыгнуть, Лёха. А ты с прыжка или просто вперед бежал? Просто вперед бежал, конечно. Нахуя прыгать? Блядь.
Не нравится. Я просто не вижу, у меня тело немного впереди глаза, ну, да. И я, у меня все закрывает нахуй. Да вот, вот, вот сюда тебе надо попасть. Вот сюда. О, а, ну, даже так нормально, без урона, anyway. Где наш Ямакаси, блядь, лежит? Внизу, вот тут я так понял. Ямакаси, ты где? Там, ну, с задней стороны, то есть не с лицевой, а за... Ну да, вот я сзади и смотрю, но я что-то не вижу тебя, блядь. А мы бильярдную не лутали, я смотрю, он там... Я там где-то шлепнулся нахуй вниз, и все. А, вон он, блядь. Тела просто нету, слишком в смятку, блядь. А, ух ты, блядь. Ебать, у него тут рюгеров, чел. Да, я вижу. Я хочу пистолет, он с этим, с лазером. А ну, у меня все лежит, влетает в воздухе, поэтому я даже не знаю, как это взять. А... Ладно, попробуй. Вот, собирай. Ну-ка. Ну. О, да, хактул, это что такое? Ну, это прибор для взлома. Круто я придумал, да? Ну, вообще, да. Flight Recorder, Fishing Gear. Да, если бы это работало у меня нормально, ладно, в пизду. Ой. Просто я думаю, может, это какая-нибудь вот одна из этих хуёвин, что-то вот, вот, что это такое? Это я? Ебать. Who the fuck are you? Ну, надо было просто выстрелить этот патрон. Мало ли он достался бы врагу. Опять чат уехал, да, я в рот ебал, блядь. Будешь браться? Говно. Люгеры. Что за жвачка? Ой, блядь. Не, ну с предметами тут вообще какой-то лютый пиздец. Ну, отображение, да, подлагивает, конечно. Угу. Серьезным образом. Ты куда пошел? Налево? Я в здании тут еще забежал проверить одну комнатку. Ладно, я выхожу, иду тебя искать, ты где? А я пошел вот направо, получается. Если смотреть на Goshen Troop и на стенку здания, я пошел направо. Ой. А. Короче, в обход тут здания, чтобы здание было слева, да? Нет, я именно внутри здания я. А, тут какой-то этот есть, он вообще. Да тут видно. Вообще дохуя всего, надо уходить, блядь, отсюда. Меня уже заебало это здание, блядь. Весь рейд нахуй в нем дрочим, блядь. Но я вот сюда хочу сходить еще, погоди. Это электронный кошелек. А-а-а. Это 9 тысяч, блядь. О! Нихуя ты нормально, круто придумал на распрыжке. Видел, что у меня, блядь? Да-да-да. Опа, это что, ПНВ, блядь? А что это? Выглядит как ПНВ. Но, видимо, к этому шлему гиры не относится. Это броник лучше, чем наш или нет? Как думаешь? Вот этот. Какой? Вот этот лучше, чем наш броник? Наверное, лучше. Наверное, да. Мне тоже так кажется, как будто выглядит у него... Выглядит таким опасным. Ну, ладно, впизд... Да, выглядит уверенным, согласен. Сейчас я тогда... Будешь персики? Не, я не голоден. Вы хотите сказать, что ПНВ нельзя засунуть в рюкзак, блядь? Да ёб твою медь, блядь, а. О! Хоть! Трусихи поднял. Пусто. О, еда для кошек, хочешь? Миша, не. Ты же котик. Не, спасибо. А что написано? Тут лор есть. Государственный комитет обороны. Постановление номер... Что-то там, что-то там.
Погнали? Сейчас, да. Тут что, вот выход есть. Блять. Так. Блять. Отодвинул мишень. Отодвинул? О, хорош. Но. Пойдем. Лазер на свету не виден, конечно. Лазеры на свету. Ботиков надо поубивать хотя бы здесь. Ну, одного знаю, где прям найти. Да рядом. Вот он прямо тут. За двух знаю, где найти. Теперь. Возможно, вот этого уже убил, блядь, кто-то. Такое может произойти. Так, ладно, ужички, я пока все. А, давай, где? Где девочки место освобожу. Это мальчик, говорят, все-таки был. Если девочка. Он тут стоит? У мальчика. Тот разлутывал уже здесь. Чё? Все, нормально, блядь. У бота не было шансов, нахуй. Расстреляли его, блядь. Как собаку. Там внутри был ящик, если что, который можно было залутать, прикольный. Да. Его сложно лутать, к слову, из-за того, что он слишком низкий. Да, блядь, ну я... Давай понял. Я открою, я уже открыл эту дверь. Да пиздец. О. Все, я открыл. Но то, что его сложно лутать, это правда. А тут еда, блядь. Вот кому-нибудь поставлю, блядь, чтобы тянуться не надо было. Так, ты направо-налево пошел? Я с тобой все еще стоял. А, ты сзади вот все я. Вижу. Так, и еще один вот тут спереди, да? Да, внутри этой штуки. Пойдем. У нас выход теперь не тут, кстати. Да, они всегда по-разному же. Жестко. Тут, кстати, кого-то убили, видишь сзади? Лут лежит. Вот. Где? Да, пистолет чей-то валяется, да-да-да. Давай, иди разлутывай там пока. Алло, блядь! Никого нет. Я пока пойду тогда к тому дому на берегу. Тут пусто, Мишань. Там тоже Батевичи должны две быть. Две коробки патронов. Тебя интересует что-нибудь? Да нет, наверное. 5,7 на 28, я даже не ебу, что это за патрон. О, это походу Гоша рейд закинул. Здорово нахуй. Адепты Гошана. Гошана. А, ты в тот домик с ботом? Да, да, да. Да, они уже там пиздят внутри, как обычно. Гости со всюду колем. Так, ну у меня ложка уже одна есть. Вцел я до ей скурбных пицу. Ух ты, блядь, нихуя. Че, ебанул по тебе? Срисовали меня нахуй. Убил тебя? Убил его точно? Не, не. Еще не убил. Одного шлепнул. У меня он патроны прям... кончились. Сменяй меня. Вот это все, Дэн. Так, ладно. Пострелить. Открывай дверь. Стой. Хотя... Да ладно, погоди. Меня залагало. Вот и все, блядь. Да, лазерный прицел тут вообще ОП. Так вот ходил, походу. Ну, лазерка точный баф. О, еще пушечка, Мишань. Хочешь взять? Какая? Не знаю, сейчас посмотрим. Похоже на Галил. Или это... А, вот это? Да хуй его знает, что это такое, если честно. А, короче. Да забей, пушек что-то пока, если честно, с головой, блядь. Ну. Не хочешь, не надо. А, эта пушка еще и не крепится к бочине. Ну, на руках вынесу тогда. Стрелять просто неудобно. Так вот сделаем. Если хочешь попыт, то вот. Давай. Оп.
Так, тут нихуяшенки, у типов пушки хуйня. Ну и все, хуй тут делать еще. Интересно, а попадания, которые отрисовываются реально? Бля, в РЛ только попить осталось. Ну-ка. Вот хороший. Ай, ебать. Бля. Пушка. Я контрольный в голову сделал. Угу. Перечехлимся пока. Тихо. О, пойдет. Ну что, готов к выходу? А мы же не тут будем выходить. Ну да, но надо... Ну, из здания этого, да? Уже. Не, ну я к тому, что двигаемся в сторону выхода потихоньку и долутываем. Ну да, да. У меня просто лута уже миллиард. И с игроками хочется поместиться, что-то как-то вообще, блядь. Да не встречаем никого, они либо умирают раньше, либо... Либо сдаются. Как девочка. Или мальчик. Угу. О, кстати, а вот тут вот по-любому что-нибудь заныкано, нет? Не. А нам получается вправо нам надо, да? Пошли направо. Да, там направо. Маячок есть, маячок прикольный, там тоже всякие пушки спавнятся. Я бы вот хотел попробовать с какой-нибудь снайперкой, знаешь, типа... Залезть, блядь, на ту же вышку, нахуй, и сидеть, блядь, или даже лечь, нахуй, и лежать, блядь, как жук. Крыса. Да. Охотник на кемперов придет за тобой. Да, куда он, блядь, придет? Куда, блядь, за тобой. Вот это что такое? Это, блядь, аномалия? Нет, это эти, это мотыльки. А, я думал, это... Джуджилы. Ну, может, там аномалии есть. Один выход 300 метров, другой. Это труп лежит? Где? Спереди? Нет, я не вижу труп. Ничего. Слева там, сбоку. Спереди бот. Убьёшь? Нормально. А как у меня мог кончиться полный магазин? Я только что перезарядил. Ладно. Магия. Так, ладно. Почему он сам перезарядился, хотя он был пустой? Или AR-системы сами перезаряжаются, не нужно затвор дергать? Да не, мне кажется, нужно. Что за имбаба была, блядь, тогда? Вот у меня фулл пустой магазин, и он это сам передернулся, как будто. Что это такое? А, шоколадка. Тут все разлутано, все поднято. Угу. Хуй знает, короче, что это за магазин? Это для пятерок, мне кажется, для калашей пятерок. Вот это для Галила, возможно, это бы подошел. Тут прям чей-то выход был. Угу. Судя по рации, которая тут лежит. Хотя на маячок-то тут бежать уже. Скорее всего, разлутали, тут все разлутно, потому что. Ну да. Прям вообще все. Ну побежали вон 160 метров. И next можем чисто по всей карте бегать, как ебанутые не лутаться. Да, я бы, блядь, хотел драться нахуй идти. Так и предложено. Весимся магазинами по первое число. Да, да, гранату даже, может, какую-нибудь мне скажем, кажется, можно взять будет. Гранату? Да, можно. Текстура охуенная. Ну-ка, так сказать, тут он может будет... внизу быть, да, непись. Непись я хочу убить, попробовать. Где? Да, вон там внизу. А, бля, я тоже хочу его убить. Ты чё, сучара? Сука. Блять. Я думаю, что убил? Да, блин? Конечно. Ладно, нормально, блядь, мы его. Подходи к выходу. А, ну и ладно, я пошел на следующую.
Соберусь ага, пока. Давай. Магазов закуплю. 7:26:30. А может и я, хуй знает. Ну вот сейчас оставалось времени 12 минут, типа. До конца. Ну да, 32:39. Да-да-да. Я его шлепнул. В голову причем. Да, ты его сваншотал. Так что точно в голову. Опа, так. Поехали. Ага. В чем проблема? Так, проверяем. Вот армори. Оп. У меня все сохранилось, если что. Ну, этот у меня лежит. Во, это, кстати, для него в натуре, походу. Магазин. Так, теперь один магаз еще пустой, потом перезарядим их. Сюда. Ну, походу. Тоже. Ты че, блядь? Ты че? Блядь. Ну, он исчезнет, мне кажется. Куда бы его, блядь? Так, теперь. А, не, это 9:39. Охуеть, блядь. Да, и тут на полочках лут засейвился. Ну, вообще кайф. Все сохранилось абсолютно. Угу. Ну, повезло, повезло. ПНВ, по всей видимости. Еда. А куда бабки, интересно, положить, чтобы они на счет начислились? Оп. Может, в трейд этот закинуть? В сел, наверное, там надо. Это вот которые конвейерные ленты? Ну, наверное, я думаю, да. О! Бля, может, поехали. Со сталагами с этим пойти? А коллаж здесь сохранить? Лазер, блядь, с этого с пистолета хуйнуть? Или он остался? А где? А, нет, погоди, это же не тот, ёбаный. Я тупой, блядь. Клоун. Давайте им продадим. Блядь, нет, стой. Лазер же вот тут. Так, станок, магазин. Один. О. Два. Три. Мишань, я готов к фулл файту. К фулл файту, понял. Я, наверное, тогда вот эту пушку-гонку возьму, блядь. Почему он сам перезаряжает? А, он был не пустой, я долбоёб. Ладно, один патрон, не страшно. Так. Еда, вода, нормально. Квесты. Сука. О. Фейлд, блядь, не понял. В смысле, фейлд квест, блядь. А как его можно квест сделать? Я не умирал. Ну ладно. Так. Хуй знает. Так, квесты, спектр Гансмит, вот этих бы. Так, это я разложил. Килблаз, 5 фениксов, СМГ, N5 рейд. Ебать. Шанган, шанган, но я пока не собираюсь этим пользоваться. А кто еще у нас может быть? Моряк. Хакту, ГПУ. Тихо. Щетка. А, вот, 25 скраб метала. Интересно, это оно. Комплект 5 рейд. Отлично. Хороший квест. Ну-ка. Скраб метал, это скраб метал? Угу. Нет, это не скраб метал, а вон же он. Марик Ницел, это скраб метал. Вообще охуительно. А что это тогда, если это не скраб метал? А, или погоди, у меня, наверное, станагов-то вот нету, блять. Может, это Марику надо отдать? Станаг магазин есть, кайф вообще. Скраб метал, о. Четко. Марик. Ну-ка. Я проверим, один. Как это работает. Запасной даже два, наверное, возьму. Игре вообще похуй. Все, Алексей, я готов. Заряжен прям вообще. У, бля, берегитесь. Девки, сучки, берегитесь. Так, ну побежали чисто на файты тогда. У меня тоже все есть. Три магаза, шлем, этот. Я готов.
Ready поставил. Ага. А, погоди, так. Пока мы не на миссии, не стартуй. Я бы на твоем месте поучился бы его перезаряжать, пока ты на базе. Так я думаю, ну а как он? Вот, ну типа чик. 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 Опа. Вот так вот. Жалко патрон просто. Что за красавчик? Предохранитель, думаешь? Сейчас посмотрим. Так, Мишаня. Угу. А где экран? Да вот он. А сейчас посмотрим, что меняется. Охуеть, и что это? А ты что, рейд стартанул, блядь? Да. Блядь, говорю, не стартуй пока, ну ладно. А, блядь, ты сказал, я нажал рейди, нахуй. Так я же потом сказал, хотя погоди, не стартуй. Ну, бля, ладно, я не услышал. Просто у меня могла игра сейчас сломаться в нулину. А. И... пизда. Была вот бы. Что из этого значит, блядь? Вниз, вверх. Где? Покажи, у тебя М-ка? Вот, смотри, блядь. Вот это, видишь хуйню? Смотри. Вот это. Где? Вот что? Вот видишь, блядь, над курком? Так. Вот вниз, вверх, вверх и вот, блядь. Ну, на себя, короче, это сейф. Наверх вниз, это наверное, pull-out, ну-ка. Влево это... Ну, я не знаю, как у тебя. Вот у меня так, но я не знаю, тут другая система. Блять, и в чате тоже нахуй никто не знает. Ну, будем надеяться... Ну, погоди, вот давай вниз, сейчас выстрел. Ага, это, Safe. Короче... Да, это предохранитель. Вот это либо автомат, либо одиночный, вот надо понять, блять. Ну, потом поймем, ладно. Все, выдвигаемся. Бежим чисто и ебашиться, не лутаемся. Да, бежим и это, пытаться драться. На лутков. Убиваем, блять, ботов, убиваем игроков. Ну, прицел, конечно, да, блять. Я бы вот да эту надо, верхнюю. Чисто. Я бы вот эту верхнюю хуйню, конечно, открутил бы. И прицельчик бы какой-нибудь воткнул. Стрельба. Не слышал. Слева спереди. О, тихо. Слышь? Ага. Все, блять. Еще кто-то стреляет. По мне, много стреляет. Сверху! Ага. Блять, патроны. О, блядь. Где он на вышке? Да. На вид. Хуйнул его. Хуйнул его, все нормально. Круто. Пиздец, я уже думал, что это игрок, блять, был. Ну было, я если тоже думал. Если бы был игрок, нас бы трахнули, мне кажется. Возможно. Бля, ну лучше, короче, вот так ставить по одному патрону, потому что зажимом... Сука! Палец мне отстрелил, много. Падла, блядь. Отстрелил прямо? Подстрелил, да, блядь. Он еще начал по мне стрелять, блядь, когда я пытался осознать в квартире, где я нахожусь, позицию. Сука. То, что я во что-то уебался ногой. Легонечко. О, кайф, курики закинул. Все, пойдем. Пойдем. Мишаня? А?
С кайфом. Это плохо, осуждаем. Пойдем. Стоит? Или, кто? Мне кажется, под деревом? Не-не-не. Дерево? Не, я ни у кого не вижу там. Пойдем дальше. Просто бегаем по всей карте, как ёбари. Так, тихо. Она показалась. Блять. Я это просто в полноразмерных наушниках играю, а не в окулусовских, которые эти динамички. Поэтому... А я в этих, я в капельках. А, то это нормально. Стоит непись. Идем его трахать. Где? Вот еще. Еще кто-то выстрелил по мне. На крыше. Два неписи там. На крыше непись, да? Не вижу на крыше. По мне с крыши выстрелил кто-то. Да, к ним может, подходим сзади, блядь, и разъебываем их. Давай, аккуратненько, медленно идем. Да. Давай, я левого в перспективе, ты правого. Ну, готов на счет три. Сейчас, погоди, зайду поудобнее. Тогда не готов, рука устала. Давай, готов. Давай. Раз, три. Два, три. Все, четко. Надо было в голову прицелиться, блядь. Так, и там еще один был. Да, наверху. А, работает. Наверху, наверху, на вышке. На вышке сзади? Да. Через щель стреляет, походу. Да, и еще у нас спереди один, блядь. Там тоже есть, я иду к нему. В здании, блядь, наверху. Да, вон он. Вышечника не видел, блядь. Сука. Убил? Нет, не убил. Вышечник у нас сзади, блядь. Я пошел этого в доме пушить. Козла. Я на дом поднимусь и попробую вышечника убить, потому что ну, снизу давай. Неудобно стрелять по нему. Давай, давай. Надо понять, как тут наверх подняться. Да ёбаный. Не, с дверями тут какие-то лютые проблемы вообще. Где тут подъем? Вот, вот он. А, снаружи. И теперь через внутрь. Давай! Сука. Стой, стой, стой! Это просто дверь открывается рукояточкой. Да я понимаю. Давай я открою. И теперь... Да, хорош. Так, вот нам вот тут наверх. Ну, давай, это твой клиентик. А он, интересно, на самом верху или нет? Мне просто кажется... А, ну я вот тут смогу его шлепнуть, типа, в перспективе. Ну, а я пока вот здесь попробую открыть, посмотреть, может, он тут. Не вижу его, прикинь. А, вижу. Вижу его. Да-да-да, сейчас ебать. Погоди. Я могу ему в голову дать, он убежал. Убегает, да. А мне кажется, просто... Сука, тут стекло, блядь, просто. Ладно, если можешь, ебашь его. Я пока посмотрю, что тут есть. Блядь, тут у меня есть стена. Блядь. Блядь, я сейчас могу умереть из-за этого. За позиции не неправильной для VR. Готов. И вон тот бегающий козел на крыше. Да, да. О, ебать, а это какой-то более пиздатый рюкзак? Не, похож о. Такой же обычный. Чё это я такое нашел? Это фонарик, судя по всему, блядь. А чё, нормально? Бля, охуенно.
Берем. А то что, карточка? А. Нихуя, тут замок для умных стоит. Так, ладно, забрал свечку. Все, готов уебывать, по сути. Еще вот это еще. Ты видел дверь, о, блядь, Мишань, такую? Какую? Ща я тебе покажу, блядь. А, с защелкой? Да, да. Да. Дверь для умных. Так она же в обучении была. А, да. Привет. Hello. Не закрывай. Ты чё? То я там останусь. Сука, тут нельзя перепрыгнуть, блядь. А вот тут ещё нужно посмотреть, что есть. А, тут карточка открывается. Нихуя себе, блядь. Три сундука. Ебать, тут лута, чел. Но там закрыто, да? Карточка нужна, красная. Получается, бля, эти двери ненавижу нахуй здесь. Уже. А, да, ну там крутые ящики. Мне кажется, там можно вообще надыбать что-то супер понтовое. Мне кажется, тут можно сквозь стену, блядь, пролезть, на самом деле. Да, одна. Мы не будем этого делать. Конечно. Да. Так, побежали дальше, люди. Так, я с балкончика там насиганул. Да, я видел. Этот кружок я не пропущу. Да я ебал, блять, а? Ну что за хуета, а? Спасибо, Алексей. А чё я выкинул её, блять? Всё, побежали. Сейчас, погоди, тут хорошее местечко. Такое я хочу пролутать. Даже несмотря на то, что мы не лутаем, тут два ящика оружейных просто. Ну, два ящика оружейных, говорю же. Пушечку-то собрать надо. Будешь пушку брать? Какую? А, то тут обвес и все остальное. Ну, пушка? Блядь. Галил? Ну, галил хуйня. Ладно. Погоди, а мы не убили ботика, да, который у нас сзади был на вышке? Того нет. Оп, он стреляет. Или это да, ты стреляешь? Да, это он стреляет. А по кому? По мне. А, понял. Хуёво есть по нам, по мне. По тебе. Ты понял? Угу. Я по дороге дальше приеду ещё. Пока иду потихоньку. Блять! Ну кто нахуй? А, здесь сука. Уже походу... Тут походу край карты уже. А вот там мои любимые мины. Куда ты пошел? Еще раз. По дороге вперед. Как только вот выходишь, просто... Да, да, но забей, тут нихуя нету. Тут ну, выход из залутанный ящик. А, я тебя вижу, да. О, блядь, стреляет. Да, да, этот, на вышке паскудник, блядь. Пишем, 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 пишем. Чё, мы на гору полезем тогда? Это Миша. А через гору не пробраться нормально. Думаешь? Ну, я пробовал по горам бегать. Тут где-то есть невидимые стены на некоторых горах. Да. Тут может и есть, тут может и нету. Что-то выглядит как такой, проход-проход прям. Ну, погнали тогда. Да, это выглядит нормальным. Ебало, стянул. Так, там мины. Блять, кто нахуй мину на гору ставит? Ну, блять, те, кто не хотят, чтобы по этой горе шли. Ебать, я выдохся. Тут, походу, невидимая. Невидимая, да? А, не, перепрыгнул нормально. А, ну это мы к тому зданию выходим, походу. Большому. Да, только с его стороны сзади. И там что-то даже стоит. Ну, ботик вот не похоже. Вот это на крыше что? А, ничего. Да пиздец, у меня персонаж, блядь, его легкое выплюнет, походу.
Ладно, давай пока посидим, посмотрим. А то у меня, блядь, надо передохнуть челику. Сиди, отдыхай. Да, да. Кайфуй. Смотрим пока. Может, увидим кого. Я тебе так скажу, Миша, чтобы нам кого-то... О, слева, чел! Слева, ага. Готов, всё, готов. Ага. Хорош, блядь. Жёстко. У него ж нахуй каска в космос улетела, блядь. Он ты убил, кстати. Да? Посмотрим. Я не знаю, я ему так по одной просто пульки сплевал, куда попаду. А может, в голову дал, ему хуй знает. Ну подождем друзей его. Сейчас я обойду аккуратненько. Давай. А! Блять! Ну, долго он отдыхал. Ой, блять, а я воды пить хочу еще, пиздец. А у меня... Ух ты, блять, а у меня воды-то нету с собой. Да, если я убил, будет хорошо. Мне по квесту нужен типочек. Посмотри, есть ли у него водичка. А по квесту я не знаю, еще посмотрим. Блин, у него тут две пушки, фал. А он без рюкзака был. Рюкзак мог улететь. Походу. Либо улетел, да. Что? Да. Это, блядь. Это вертолет. А. Пиздец, проебал этот, нахуй, прикинь. Магазин, блядь. Потому что... А как ты снимал? А, ебать, компас можно отключать. Ёбаный в рот, блядь. Как это хорошо. Этот честплейт выглядит гораздо лучше, чем мой. Да, нормальный магазин проебал. Классно. Профессионально. Вообще прям, блядь. Ноль вопросиков, как говорится, у матросиков. Очень жаль, блядь, конечно, да. Так. Раз. Так, ну я засерфил вниз чисто. Два. Куда он не ставится? Слушай, ну у него... А, ну у него тут странные какие-то пушки, конечно. Но на одной из пушек есть прицел. Бери. Бля, причем неплохой прицел довольно. Станагуски, интересно. Четыре. Так, а где у этого оружия? Только три вмещается. Вот это? Охуеть. А, его также надо делать, короче, понятно. Разговаривают. Говорит кто-то. Не слышу, Лёха. Говорит. Внутри думаешь? А, тихо. Видел? Ну я слева посмотрел здание, никого не вижу. А где ты? Я слева, в кустах. Слева вот от здания. Я тебя слышу. Ага. Do you hear me, man? Hey, man. Man. We going to you. Да ты там осматриваешь лут свой? Да. Я не могу, блядь, повесить эту хуйню. Так, ладно, я сделаю тогда. О, пиздят. Стой, в том направлении. Тём, их ебать нахуй. У меня стричо еще есть, Лёха. Ну-ка, посмотри на меня. Сильно светит? Ебать, не, вообще нет. Пиздец, ну и хуйня. Guys? Guys, where are you? Guys? Двери закрыты. Угу. Могли это
Могли закрыть. Можем подняться на крышу, это выход на крышу, и оттуда их полить искать. Пойдем. Сами займем точку. Высоту. Ба-ба-ба-ба-ба. Да, мы не байт. О, говорили. Наверное, еще выше. Вот он над нами, да, как будто. Так, давай, заходи, смотри вверх. Я вот смотрю тут. Сука, ну где он пиздит-то? Брат, поговори с нами. Братик. Ouais, il doit être au-dessus, là. Tu peux aller voir au-dessus ? Bon. J'essaie de les caser avec des armes là-bas, donc ça peut être pas mal. Mais non, il y avait l'escalier là qui est mieux. Je suis débile. Je plus. Ah bah tiens, il y a un grand sac ici, si tu veux. Mais je te dis. Это не крыша. Да, это ниже. Надо идти, надо идти вниз. Ебать, я тебя плохо стал слышать, после того, как ты свистнул нахуй. Надо с крыши посмотреть. Я спущусь вниз пока, Лёха. Слышишь? Давай-давай. Я пойду этажи ниже просматривать один за одним. Но их двое, это мы знаем точно. Вот поэтому я бы на то место не шел. Я бы, возможно, крышу занял и осмотрелся бы прям нормально так. Но они внутри здания, хули мы с крыши увидим. Так они выходить когда-то будут? Ну охуеть, сидеть и ждать 10 лет. Я хочу идти их ебашить. О, кстати, я дыру. Они где-то, короче, ближе к переду здания. Понял? Угу. Перестали разговаривать. Слушают нас. Гайс! У меня. А что? Пожалуйста. Что зависло, блядь? Ёбаный в рот! Веду нахуй руку! Сучка ебаная, блядь. Ну он, короче, на этаж ниже, блядь. Сука ебаная, блядь, уперлась хуета во что-то. Ёб твою мать, блядь. Пиздец, вот чел с хуем в жопе, блядь, сидит, а? Крысюк, блядь. Не двигался даже, да? Да, блядь, прикинь. Просто нахуй сидел и ждал, блядь. Приклад застрял, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Ну давай, Лёха, жги. Так. Я никого не вижу. А, вижу твой труп. Вот он в этой комнате, блядь. Там не комната. Комната, комната. Там проход. Нет, вот именно комната, влево комната маленькая. А, вижу, вижу. Кабинет.
Одному дал, но не убил. Угу. Интересно, дверью простреливать? АГ-3А3 это... А, это вот эта хуетень. Давай возьмем ее по приколу, похуй. У меня патронов мало, пиздец. Факт страшный, ебашит. Тихо. Пизда, он меня убил просто нахуй. Сквозь стену. Жестко. А я, возможно, его тоже убил, но хуй знает. Да, того чела внизу, короче, я убил, который бежал. О, НМЛА в сети. Я написала. Так. Бля, зажимаешь чел, ему похуй. А он в дверь стреляет и убивает тебя. Ну, скорее всего, дверка открылась просто в нужный момент, и он, это, пулька попала. Возможно. Ну, поебашились нормально, но мне пиздец обидно, что я челика. Мне непонятно, что со звуком, блядь, ты у меня буквально нулевый. Чел, ты просто нулевый. Типа, я тебя практически не слышу. Я на самом деле сейчас полечу уже, 8, так что пошел я, наверное. А, ну давай, это последний сыграю. Тоже пойду. Давай. Давай, бля, пока. Ну вообще, мне очень нравится, хуй знает. Ну, не знаю, сегодня как-то скучновато, если честно, блядь. Вот эти, если б не последние типы, блядь, то вообще уныние бы было, нахуй. Вообще бля, никого не встречаем, блядь. Ну, просто надо бегать, а. Именно прям бежать, ты, блядь. Убивать. Так, ладно, Мишань, давай. Давай, удачи. Алексей, пока. Спасибо за игру. Да, тебе тоже. О, бля, вот это удобно, ладно. Мишаня, слышишь? Mm? А зайди в настройки микрофон, где у тебя... Сейчас. Settings. Ага. Аудио. Вот. Мьют микрофон. True. Даже если false, меня Леха все равно в игре слышит. Типа попробуй включить, выключить. Типа просто перекликай, типа. Ну вот false и true. Вот опять. Ну я переключал же в игре уже. Леха все равно меня слышит. Да и вот эти типы факт нахуй тоже не хотели, чтобы мы их слышали. Но мы же их слышали, блять. Так. Ну не, у меня типа, да, у меня там мут микрофона есть просто, ну, в общем, хуй знает. Угу. Ладно, хз, может какой-нибудь фикс будет или не знаю. Ну да, да у меня вообще игра супер странно работает. Блять, это MP5, ебаный в рот. Не хотел я брать MP5. Ну а, ушел, давай, удачки. Давай, удачи, Гоша, тоже. Ну, сейчас хочу пойти попробовать поебашиться. Хочется, блядь, постреляться нахуй. А то вот этого типчика, которого я внизу застрелил, ну вообще ноль удовольствия. От его убийства, блядь. Все, диплой нахуй. Поехали. У вас лазеры сквозь стену светят? Ёб твою мать, блядь. Спасибо, Алькор, большое за рейд. Благодарю.
Да не, мужики, приглашать этого парнишку или девчонку, кто это по итогу, не знаю, на одну последнюю катку такое. Я чисто хочу зайти быстренько поебашиться. А не стоять, думать, какое слово, блядь, сказать, чтобы меня поняли. Все, поехали. А боты тут, походу, скриптовые, блядь, вообще. Так, что... Имеется в виду места ботов скриптовые. Хорошо. Просто не хотелось на него, блядь, тратить патроны с этой хуйни. Быстренько по Шурику схватить его пистолетик. Опа. 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 Все, и летим дальше. Зовут, кстати. Это ботик или чел? Домой нахуй. Отдохни, старичочек. Я пришел сюда именно этим и заниматься. Ну, у него нихуя и не было, по сути. Лютый бомж. Без нихуя, с пистолетом. Не знаю, сгонять на маяк чи не. Ладно, похуй, побежали куда-нибудь дальше. Малютку убил, блядь. Ну что поделать? Что поделать с малюткой бедной? Так сказать, вижу человечка. Стреляю. Другого не дано. Так, надо передохнуть. Черик сейчас выдохнется. Бля, не могу зайти туда, да? Ладно, посидим. Опа. Там спереди кто-то. И убил бота. Убил бота спереди, чел. Блядь, давай. Видел меня, наверное.
На, нахуй. Он, походу, был не один. Да. Ебать, малыши, вы бы хоть старались хотя бы. Фу. Фу, нормально, блядь. Вот это уже поинтереснее. Ты посмотри какой, а? Со шлемом, блядь. Ебать его в рот. С эмочкой, блядь, с броником, ёпт. Ребята, тут серьезный парень, если вы не поняли. А я почему-то только не могу его эмку, блядь, забрать. Какого-то хуя. Бля, эмка у него сасная, кстати, вообще. Ну почему? Блядь, ну почему? Ладно, сейчас тогда. Секундочку. Так. Ну пошло дрочево, блядь. Так. Так, четко. Охуенный. Прицел вообще заебись просто. Так, и сейчас, секундочку. Опа. Опа. Не вижу просто, блядь, куда ложу. И... Охуительно. Пошел я в жопу, блядь. Нахуй мне этот рюкзак и вправду. Я тоже так считаю. Ой. Так, все четко. Есть какие-нибудь обвесы еще? Обвесов нет. Едем дальше, блядь. Я слышал еще стрельбу. Вон там. А теперь вон там. Но далеко. Видел меня, да? Понял, блядь. Опять что-то, блядь, не работает, нахуй. А. Ну, я понял, блядь, конечно. Что же это еще могло, блядь, быть? Ай-яй-яй, как хуёво. Ой-ой, как плохо. Да, блядь. Это было близко, блядь. Вот так вот надо брать, нахуй. Я не знаю, какой еще метод должен быть, чтобы я, блядь, не захватывал винтовку. Вот неудобно сделали, блядь. Вот в этом же, в палове, заебись, блядь. Нахуя менять что-то? Вот, блядь, просто назад скинул, у тебя там один слот есть. Вот, ну вот что это, блядь? Хуя он, СК-36, блядь. Прикол. Ну ладно, в пизду. Хотя,
Попробую закинуть ее ко мне. Не понимаю, блядь. Какой, блядь, критерий того, что можно запихать? Видимо, вообще не моего ума дело, блядь. Опа. Низкий заряд аккумулятора гарнитуры. Да все, все, последний рейдик уже. Так. Ага, выход у меня есть вон там. И вон там. Пойдемте на тот выход. А то реально сейчас Oculus, блядь, разрядится. И я пропаду в рейде, блядь. Акустики, блядь. Ну, на вот эту эмочку хуйнуть этот лазер, и все. Вообще охуенск. Реально будет рабочая малышка. Уу! Вот это рейд, блять, а? Нихуя себе. Четырех чевиков, блядь, бабахнули. Кинг, Райли, Жаред и Эдвард... не, Эдвагу. 1, 2, 3. Нормально, блядь, слушайте, вот этот Г3 А3 так-то, блядь, хуячит. У нее очень большой этот калибр. Она прям, блядь, пробивает. Так. Хорошо, что М-ка осталась. Пойдем мы сразу в армори закинем. Красивая. Сосная такая. Прицельчик у нее нормальный. Жалко, вот эту хуйню спилить только нельзя. Реально, какую-нибудь рукоядочку тут. Лазер. Вообще все. Соска будет, конфетка. Реально сосочка. Нормальненькая. И Ксюху еще тоже хочу приэтовать как-нибудь. Тоже поставить, может, если на нее что-то можно. Не знаю, меняются тут носики или нет. Погоди, а на этом колоке также работает, интересно? Ой. Нет, этот не складываемый, да? Бля, было бы прикольно, если бы можно было взаимодействовать, разбирать, типа, я не знаю, там. Эту хуйню вытащить, блядь, крыствольную коробку поднять. Как раз таки без нее находить оружие, типа, это прикольно было бы. Фух, ну жестко. Так сказать, последний рейд. После такого, блядь, выходишь точно не с позором. Хочется только сказать, прошу прощения, что трахнул. Думал, свет выключается. Прикольно было бы. Ну, не знаю, все равно. Пока спорно. Крайне спорно. Благо, я починил, ну, помогли, вот и гайд помог, и ребята в чате помогли, чтобы дрожания у меня не было. Благо, дрожания не было, гораздо лучше сегодня поиграли. Но все равно, не знаю. Вот такие рейды, как последние, если делать, то тогда реально будет, ну, бодренько. А так реально ходить, дрочить супер долго и закрывать этих ботов, ну, не знаю, типа, есть гораздо больше качественных игр, коопных, шутанчиков, на VR, блядь, где можно делать и то больше. Вот.